На этот раз организаторы. Штутгарт – это его город. Да, Григорий? Здесь... Да, я боксировал с Фератом в этом городе, и я почувствовал, что это город Ферата Арслана. И поэтому, уверяю вас, публика его будет очень сильно поддерживать. Мы скоро все услышим. Ферата любит. Ну вот он, Ферат Арслан. 43 года, друзья. Огромный опыт. Настоящий воин. Преданный боксу, преданный рингу. Такой, вот про таких говорят без страха и упрека. 41 бой на профессиональном ринге. Несмотря на 6 поражений, вы знаете, как говорят, за одного битого двух небитых дают. Причем одно из этих поражений совершенно незаслуженное. В их последнем бою с Марко Хуком. А так 33 победы, 21 нокаутом. 2 ничьи. Знакомо мне выражение лица Ферата Арслана. Смотрю вот сейчас на него. Его такой прищур. Такая концентрация, настрой. Конечно, бешеная концентрация у этого боксера. Терять контроль, не теряй контроль. Таких слов ему в углу не говорят. Потому что это такой сгусток энергии. От первой до последней секунды. Ферат Арслан, он турецкого происхождения, родители турки, но они приехали сюда, в Германию, еще до рождения сына. Он родился уже в Германии, но продолжает, в общем-то, отдавать дань своей исторической родине. У него много болельщиков в Турции, вот вы видите, да, Гази. Это у многих турецких болельщиков. Надпись, да, компания. У турецких боксеров, вернее.